Слушай, что-то мне не нравится эта идея с выездом в лес. Я уже не в том возрасте, чтобы ночевать в палатке. Томочка, ну, мы же все равно отвозим Дашку в лагерь, правильно? Ну, будет просто глупо не сделать там привал. Знаешь, какая там природа? Ну, просто супер, а не природа. Ну, заночуем всего одну только ночь. Том. Вот, все фильмы ужасов начинаются именно с этой фразы. Палатки взяли, мангал взяли. Нет, а чем мы столько вещей берем? Нам что, больше всех надо? Ну почему? Пашка берет мясо для шашлыка. Паш, почему мы посреди ночи маринуем шашлык? Это что, только нам одним надо? Ну почему? Все выберет мангал, палатки. А Эдик? А Эдик что берет? Кого я обманываю?